И всем привет, ребят, с вами Старванько, сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно очень интересной комбинации Васпа и Зида. Васп с тяжелыми вот этими замечательными конструкциями, и Зида с вампиризмом. Ну и понятное дело, что по дрончику у нас будет один из самых лютейших и быстрых дронов. Кризиса, конечно же, у меня нету, а это дрон Лавкач. Постараемся сделать что-то нереально быстрое, жесткое. Зидой будем пытаться сейвить себе хпшку. Ну и сыграем в регби, сыграем в ЦТФ, может быть даже сыграем в штурме. Посмотрим, что там будет по скорости, по боям. Надеемся на что-то жесткое и интересное, но вам я могу сказать, если интересные видосы с какими-то турбо-пушечными комбинациями, то поддерживайте видос лайком. Сегодня я думаю, что эта табуреточка даст нам отличные возможности, нас закидывает накатку 5-0, ясно, понятно. Тогда можно пока что поменять режим, в надежде то, что у нас все-таки дропнет режимчик, в котором будет нулевый бой. Вот, она и есть. Перекресток шикарный. Ну и полетели, 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 полетели. Задача как можно больше навалить. Ну и Зида, если я буду сейвить постоянно себе хпшку фоловую, будет вообще четко. Ну, так просто летаем, как бешеные. И стараемся выигрывать досрочки. Если получится, может быть, даже сегодня еще и сыграем штурмик за атаку. На него надо будет чуть подольше напикиваться, потому что я там думаю, что быстро меня туда не закинет. Но хп, видите, постоянно на фуле сейвится. Дальность у этой Зиды тоже неплохая, поэтому вообще все шикарно. Можно ловить идеальные тайминги. Надеюсь, что у нас тиммейт сейчас доставит. Мы 2-0 уже поведем, и это будет очень быстрая, качественная досрочечка. У меня есть бомбочка, которую было бы неплохо где-нибудь сейчас липануть. Липануть я ее могу где? Ой-ой-ой, не справился с заходом. Так, поставим где-нибудь тут бомбочку. Если там за мной кто-то погонится. Ой, шикарно. Как раз кто-то и поехал за мной. Еще одна бомба сразу с респа после доставочки. Можно ее сейчас где-нибудь здесь на доставке кинуть. Моя вроде была первая. Да, моя была первая. Шикарно. Но меня все равно уничтожили. Тиммейт увозит. Доставочка вроде как будет. Вроде как будет, 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 будет. Да, будет. Отлично, 4-0 ведем. Очень быстро, за полторы минуты. Летим, летим, летим. Еще раз летим. Давно я не катал на таких быстрых комбинациях. Все остальное, все у нас было какое-то более на килы. Здесь уже чисто на скорость. Пушечную. Залетик. Так, было бы неплохо сейчас немножечко присосаться к этому викинга-грому. А, он даже меня не видит. Он даже не смотрит в мою сторону. Ну, фул хп я себе вылечиваю. Здесь Вика Фриз на подборе работает. Можно еще кого-нибудь унести. Там есть еще овера сверху. У вас как раз-таки летит за этим овердрайвом. А, и он пошел. Я думал, он пошел на возврат. Нет, на возврат он не пошел. Бомба и уничтожит, не уничтожит. Не знаю, нет, не уничтожит. Подавление тоже не нанесло, без аптеки оставил. Но неплохо пока что, неплохо. То свойство, которое должна мне давать Зида, она мне дает. Единственное, что плюса никакого нету от моего утяжеления пока что. Нигде нету такого тайминга, где мне надо въехать по-жесткому в противника. Так, пытается убежать, но мы его, конечно, уносим. Доставочка будет от тиммейтов. Доставочка, доставочка. Доставочка или возвратик, или что-нибудь будет вообще? Нет, возврат. Доставки нет. Викинг прожимает овердрайв. Ничего он не сможет с ним сделать. Быстро попытаемся оттянуть. Оттянуть, оттянуть, оттянуть. ХП очень мало. Очень мало. Могут уничтожить. Поеду здесь по низу. Может быть, выживу. А, там вас по фриз. Плохо. Аптеки не было. И у противника есть шанс на доставку. 5-1. Ничего страшного. Залетаем. У меня есть бомбочка. Может быть, здесь она не так жестко работает. Ой-ой-ой, траектория, траектория, траектория. У-у-у, мне расходку сняли. Ой-ой-ой, больно, больно. Ай, а я не смог, да, нажать? У меня же было подавление. Или я мог уже бомбочку нажать, не знаю. Так, камбэчная поехала. Очень плохо. Противник камбэкает.
Ничего хорошего в этом нету. То, что противник камбэкает, меня еще и уносит на респ. Постоянно. Я думал, тут будет быстрая досрочка. Но что-то как-то тут поменялось у нас. Досрочка моя улетела. Поэтому надо что-то как-то здесь придумывать. Придумывать, придумывать. Как-то. Как-то улетать. Ой-ой-ой. Хотят начпокинг меня кинуть. Надеюсь, что сейчас попробует вернуть наши тиммейты. О, нет, 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 нет. Только не это, только не это, только не это. ХП, ХП, ХП. Надеюсь, что сейчас... Ой, хорош. Тиммейт вообще подсопортил жестко. Возвратик оформим. Я надеюсь, что эта изида меня не сольет. Да, я должен лечить себя больше даже. Отлично. Что по возврату? Будет возврат? Не будет возврата. Если возвратик оформит, я сразу быстро доставлю. При том, что у вас подкрывается через центр. Можно быстро вернуть. Надеюсь, мои тиммейты сейчас это сделают. Дашки у меня когда не будет. Можно чуть пожить. По-красивому. Главное, чтобы тиммейты вернули. А, неплохо урона накидывает, если честно. Вот неплохо, может быть, даже скинуть. Давай скину, братик, братик, возьми. Живи, главное. Блин, сейчас вернут. Я успею, интересно, или не успею захавать его? Нет, не успел, к сожалению. Не так много хпшек уносит моя изида. Ну все, камбэчная поехала от противника. Да я не могу ничего сделать. Что моя команда подсдала позиции. Нас начинают уносить. Так все хорошо начиналось. 5-0 летели. Тут уже камбэк на 5-4. Но ничего страшного. Мы не сдаемся. Мы не сдаемся, мы пробуем. Мы пробуем бомбочку под себя. И давай, 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 давай на газовочку. Ай-яй-яй, васп, васп. Нет, ну только не говорите. О, боже, мне еще прибыло. Ярик, флаг лежит. Можно на подборе сыграть. Офигеть. Риса просто гений. Кто это, Лизочка? Лиза гений. Просто гений. Можно было подбирать флаг и доставлять. По итогу Риса дала так, чтобы флаг вернулся по оппоненту. Гениальный мув. Я понял. Чё, Гаус так быстро свелся. Васпик увозит вражеский. Блин, ну все плохо у нас, если честно. Все очень плохо. Все очень плохо. Меня могут сейчас унести. И вас бомбу не прожал. Так, от одного я ушел. Тесла может меня уничтожить. Давай, давай, давай. ХП, 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 хорошо, живем. Еще чуть-чуть бы пожить. Еще чуть-чуть пожить, чуть-чуть пожить, чуть-чуть пожить. Чуть-чуть пожить. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть до аптечки доживу. Нет, не доживу. Офигеть, еще изида быстрее меня нанесла первый урон. Да, что-то у нас тут не пошло. Такое хорошее начало. И все так быстро уходит на габельную. Ладно, не отчаиваемся. Летим. Летим дальше, летим, 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 летим. Бомбу под себя. Давай, давай, давай. Траектория, траектория. Бомбическая. Шикарная доставочка есть. Так, остался один флаг. Есть, 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 есть. Не все потеряно. Не все у нас еще потеряно. ХП, 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 ХП. Хорошо, бомбу. Отлично, васпика точно унесем. Хорошо, даблкильчик. И может быть кто-то на увозе. На увозе кто-то поработает. Нет, на увозе никого нету пока что. На увозе пока никого нету. Попервашески пытаются увозить. Но я попытаюсь дернуть. А, там наш тиммейт везет где-то, да? А где он везет? Я не вижу, где он везет. А, вот флаг. Давай, 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 давай. Пошел, 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 пошел. Давай, вас по фреза надо только унести. Если вас по фреза уносим, можно доставлять. Давай, давай, давай. Как раз, как раз. Как раз у меня есть тайминг. Не, не надо скидывать. Мне не нужен твой флаг. Главное, чтобы не вернули. Главное, чтобы не вернули. У меня есть тайминг. Сейчас я... Ах, вернули. Так, ладно, ничего страшного. Я первый на подборе. Ладно, даже не... А, ну ладно, я. Давай, Викафриз, верни флаг. Верни флаг, я увезу. Ты просто верни, братик. Я верю в тебя. Ты сможешь. Давай, Рустамчик, бери. Я попытаюсь вернуть. Надеюсь, что у меня получится. Давай, 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 давай. Хорошо, шикарно. Тайминг, 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 тайминг. Шикарно, возвратик. Ну и доставочку.
Доставочка? Рустамчик? А, Рустамчика унесли. К сожалению. Рустамчика унесли. Я вообще четкую бомбу сейчас прожал. Бомба рабочая вообще. Так, хп себе чуть отрегенил. Сейчас на влетике даем. Давай, давай, хп, 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 братик. Хп, 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 хп. Живем, 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 живем. Аптеку, у меня нет ДАшки. Пока живем. Пока живем. Уходим. Блин. Мне в бочину прилетело. Они там еще ставят? Блин, они привезли, сейчас доставят. Надеюсь, что наш тиммейт сейчас увезет. Потому что если он не увезет, то это возврат, доставка, это 6-6. Ой-ой-ой, очень опасно. Очень опасно. Ой, бомба, Габелла, я вам ухожу на респ. 6-6. Бой до 7 флагов, очень все на тоненького. Очень на тоненького, можем сейчас слить. Васп с бомбой. Ладно, первый на подборе должен быть. Должен быть первый на подборе. Викинг уже от дефа играет. Бомбочку. Ну, хотя бы два танчика сейчас унесу. И сейчас бы, может быть, какой-нибудь тиммейтик бы зашел бы. Под увозик, не? Тиммейтик под увозик какой-нибудь. Нету там никакого тиммейта. Либо мне на отвоз сейчас. На отвозик, красивый отвозик. Давай, 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 давай. Только не минус. Хорошо, шикарно, идем. Ну как он меня застопил? Как? Как он мне расходку отключил? Да я же уже ушел. Он же не мог меня уже в прицел поймать, даже этот Гаусс. Каким образом он меня поймал? Так, наши тиммейты, надеюсь, отдефают. Надеюсь, отдефают, потому что если не отдефают, то это ГБЛЕ, я даже не успею. Я не успею. Я не успею! Габел, поражение. Ужас. Ужас, анлучка. Анлучка, что я могу сказать? Анлучка. Ладно, попробуем штурмик за атаку. Не пошло у нас в ТТФе. Хотя комбина очень быстрая. Очень быстрая. И ее можно очень грамотно реализовать. Но, к сожалению, чуть-чуть не подпортило. 7-6 проигрываем, хотя вели 5-0. И там было все очень просто. Чуть-чуть где-то не хватило. Попробуем, сейчас посмотрим, что будет в штурме за атаку. Первую просто пикну. Если не даст за атаку, то поставлю на паузу видос. И уже допикаем. До тех пор, пока за атаку не будет у нас каточки полноценной. Да, регби деф. Ой, регби, говорю, редалер деф. Давайте, я сейчас быстренько перепикну. Как только запикаюсь, сразу же продолжим. Наконец-таки меня запикивают хоть на какую-то карту в штурме за атаку. Я просто не знаю, как работает сейчас этот замечательный режим. Но то количество раз, сколько меня, во-первых, закинуло за деф, во-вторых, вообще, в принципе, искался бой. Но вот этот минус, это, в принципе, все мои слова и все мое горение по этому поводу, можно так сказать. Не самая удачная карта, но попробуем что-то сделать, попробуем реализовать свою быстрейшую, замечательную комбину. И при этом на доставках еще и получить дополнительное хп. Надеюсь, что все получится. Нужно, конечно же, цепляться именно за старт этого боя. Потому что если сейчас у меня здесь вначале ничего не пойдет, то и затем уже будет очень и очень сложно. Поэтому стараемся сразу влететь в эту катку. Я так смотрю, что противник уже начинает плотно дефить свою базу. Надеюсь, что все равно сейчас у нас все получится реализовать. Чуть больше бы, конечно, было бы возможности по подъему. Было бы еще лучше. Но сейчас лево вроде как наши тиммейты проходят. Доставочку оформляют. Значит, у меня сейчас будет возможность на доставку. Ай-яй-яй-яй-яй, зацепился за стенку. Как неприятно сейчас было. Сейчас было очень неприятно. Был отличный шанс на доставку, но Мамонт Овердрайв все испортил. Там я уже ничего не смог сделать. У меня уже даже бомба накопилась, а я до сих пор доставочку не оформил. Поэтому пробуем. Стараемся. У нас вообще викинг ставит флаги. Ну и уже даже второй доставляет. Убил 2 поставить, я еще ни одного. Красава, что я могу сказать. Молодец. Викинг. А я еще ни одного не достал, зато бомбочка. Ну, не такая шикарная, конечно. Там еще 2 доцепило. Или даже 3 доцепила моя бомба, но все равно. Я еще не оформил ни одной доставки, это очень плохо. У меня было столько попыток.
И еще ни одной удачной не получилось сделать. Пробуем. Пробуем. Здесь будет очень сложно. Я уверен в этом. Легко мне здесь доставить никак не дадут. Еще и шаф начинает прицеливаться. Надо ловить какой-то тайминг жесткий. Возможно, заходить вместе с тиммейтами. И там уже оформлять замечательную доставочку. Попробуем сейчас через справа сыграть. Должно, по идее, получаться. Должно, по идее, у нас получаться. Ну и, конечно же, делаем акцент на бомбочке. Стараемся прожимать качественные бомбы. Так. Есть тайминг. Есть тайминг. Шикарный тайминг. Доставка есть. И бомба. Хорошая. Неплохая. Здесь сразу на изитке дорабатываем. Еще на одну бомбу. Доработали. А, не успел я бомбочку воткнуть. Но, скорее всего, мамонт все равно бы меня схавал. В чем плюс этой комбинации? Чем же она себя лучше показывает, чем тот же Васпа-Фриз? Здесь, если у вас небольшое количество ХП, вы можете кому-то быстренько присосаться и за счет изиды на вампиризме можете дать тот самый замечательный кильчик, либо то количество ХП снять с противника, чтобы себе его прибавить и за счет этого доставить тот или иной флажочек. На том же... Зря сейчас бомбу прожал. На том же, например, фризе вы зачастую просто погибаете из-за того, что у вас чуть-чуть ХПшки не хватает. Здесь вы ее можете компенсировать за счет такого замечательного устройства. Но пока не все складывается идеально, и не все складывается так, как я хотел бы, чтобы складывалось. Поэтому продолжаем стараться. Продолжаем наваливать. Здесь у противников постоянно теперь уже будет овердрайвы. Пробуем присосаться к кому-то. Хотя бы чуть-чуть еще. Ой-ой-ой, хорошо. Вот, видите? Сейчас ХПшечки как раз себе добавил нужное количество, чтобы доставить. Получилось. Очень хорошо получилось. Так, и мы до сих пор еще не выигрываем катку. И мои тиммейты уже перестали доставлять. Ну, главное, чтобы я хотя бы ставил. Уже будет неплохо. Так, шафт сводится. И овердрайв еще прожимает. Меняем траекторию. Летим через справа. Там очень много оппонентов стоит. И если мне туда бы бомбу воткнуть, было бы очень неплохо. Я понял. Шафт с бустером упоролся сразу в меня. Так, через мост. Есть ли смысл мне вообще разыгрывать через мост? Наверное, нету. Я думаю, что через мост у меня ничего не получится сделать. Поэтому я пробую продолжать через право-лево. Через низа. И по идее... Не понял. Что за текстуру я словил? Я спускался нормально по подъему. И что произошло с моим танком? Говорили, ореховские текстуры пофиксили? Говорили, их больше нету. У меня даже там особо-то и скорости большой не было. А улетел я. Как будто я не знаю, обо что я споткнулся. Вот это прикол. Вот это я понимаю. Матчмейкинг профессиональный. Так, подавление у типов. Пока у них подавление, это отличная возможность на доставку. Еще и на хорошую бомбочку. Унесли одного, унесли второго. Сейчас попробуем еще чуть-чуть посидеть на респе вражеском. Покидать урончику, погазовать. На газовочке, на газовочку, на газовочку. Еще бомбочку. Мамонт, овердрайв. Момент овердрайв не прожмет. Еще одну бомбу воткнули. И, к сожалению, уходим на респ. Ну, нормально. Нормально. Чуть-чуть покошмарили. Я думал, что мои тиммейты будут ставить, пока я буду там отвлекать. Но, к сожалению, не получилось у них ничего сделать. Пробуем сразу же лететь здесь по-быстрому через низ. Прожимаем ДАшечку. Контрапулик сейчас будет мне в спину накидывать. У меня же аптеки нету, к сожалению. Попробуем здесь за викингом сыграть. А, тут уже шафт на прицеле делать. Я понял, тут еще бомбы. Вернее, не бомбы, мины. Блин, ну, как-то очень тяжело. Очень тяжело, очень тяжело. Хоть и есть моменты, где у меня получается реализовать эту комбину, но на такой карте это сделать крайне сложно. Наверное, одна из самых тяжелых карт, если не считать осу уже, да, на осе тоже очень тяжело доставлять. Здесь еще и шафт мины ставит. Попробуем через справа. Там, скорее всего, мин нету. Плюс пулик на подъеме. Да, есть шанс на доставку. Есть шанс, хороший. И теперь еще
Есть шанс на бомбочку, но, наверное, не совсем качественную я поставил. Надо было чуть-чуть доворотику давать. Ну ладно, доставить я доставил, это уже хорошо. Где-то, наверное, доставок 5 я оформил, но вы видите, моя команда старается, но у нее ничего не получается, да? Было бы чуть больше доставок от команды еще в целом. Было бы чуть попроще. Пробуем еще поставить. Крафт в прицеле работает, не знаю по кому. Пробуем сейчас быстро мамонта схавать. Мамонта уничтожаем. Шафта можно тоже слить. Пока он целится. Отлично. Тайминг ловится. Сразу себе хпшки дополнительно. Доставочку оформляем. Еще бы кого-нибудь поймать бы сейчас на бомбу. На бомбу я уже никого не успел поймать. 3,5 минуты, но противнику осталось 27 киллов до конца. По сути, скорее всего, быстрее он набьет киллы. Поэтому нам надо ориентироваться и стараться еще доставить, ну, как минимум, 3-4 флага. Если я сам лично доставлю, то это будет неплохой результат. Это будет очень неплохой результат. Но, не знаю, хватит ли мне этого. Скорее всего, не хватит мне этого. Здесь еще бомбу ставят. Еще и овердрайв прожимается. Но я бомбочках, конечно, двоих снял. Троих снял бомбочкой. Очень хорошо. Бомба себя точно оправдала. Но доставку сделать не удалось. Было бы круто, если бы можно было, например, мне сразу подобрать два флага. Например, два флага сразу в этом режиме подбираешь. И сразу два флага ставишь. Тогда бы и возможностей, наверное, было бы побольше. Так, не знаю, смотрит на меня сейчас, не смотрит? А, тут Хантер с овером. Не понял. Ой, я его уничтожил. Значит, у меня есть шанс. Ай, шафт опять с бустером. Ай. Как жалко, как жалко, как жалко, что не получилось. Блин, был очень хороший шанс на доставку, если честно. Очень хороший шансик. Вначале немного тайминга профукал. Чуть вначале бы получше бы поехали бы. Может быть, и получилось бы что-нибудь сейчас. Ладно, пробуем доставить вот этот. Бомбу. Хотя бы бомбу красивую. Ну, не шикарная. Один килл только. Один килл это мало. У меня еще пару-тройку попыток будет на доставку. 88 киллов у оппонента. Если хотя бы что-то еще поставим, будет неплохо. Будет уже неплохо. Блин, ну я вот сейчас под бомбу попал, как неприятно. Неприятно, неприятно, очень-очень неприятно. 95, и похоже, я даже еще один не успею довести, уже киллы закончатся. Но комбина очень прикольная, прям очень прикольная. Интересная, и я даже думаю, что на стримах надо будет попробовать ее пореализовывать. Я что-то как-то раньше до такой комбины не доходил. Мне тут мой лучший друг Виталечек предложил попробовать реализовать эту всю комбинацию замечательную. Но, к сожалению, не так жестко получилось, но комбинация реально интересная, очень быстрая. И вот за счет того, что вы можете себе хпшечки дополнительно надавать, это, конечно, дает вам возможность еще жестче реализовать эту комбинацию быстрой табуретки с лечением. Как-то так, друзья. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Пишите, что вы думаете по поводу этой табуреточки. Поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вдруг не подписан. Нажимайте на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Ну а с вами был Мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.